так сегодня. Ну, сейчас посмотрим, вдруг что-то найду. Это я себе хочу найти безрукавку, чтобы не выкраивать, и на нее сделать лоскутное шитье полосками жилет. И у меня не получается найти, нет, не сидит, некрасиво. Хотя 17 рублей можно было бы попробовать и выбросить, но не буду. И она совершенно новая. Вот бирки с нее поснимали. Бирки с нее поснимали, но она совершенно новая. Вот такая интересная разлетаечка. Сколько она сегодня стоит? Сегодня 90% распродажа. 14 рублей она сегодня стоит. 660. И она натуральная. И она натуральная. Но винтажная, винтажная. Триста 15 килограмм, грамм 150 за весит платьишко. Не хочется платить, но гляньте, как для почерка подходит. И такое, по-моему, оно глубоко фирменное. Пуговицы какие классные. Сейчас пойду взвешу. 550. Ля-ля-ля-ля, чтобы музыка потом не включилась. Вот такой вот стиль. Сколько она стоит? 330, сегодня 70%. Ну, просто очень симпатичная класснявочка. Только из-за одной пуговицы я бы взяла их. Если бы не 620 цена. Охренеть. Такой небольшой походик у меня по секонду получился. Пойду посмотрю продукты. Все, всем пока. Ну, приступим. Я пропустила завоз новый. Сегодня уже 30% скидка. Сейчас посмотрю. Если будет что-то интересно, поделюсь. Штафель веселенький для пэчворка. Красавица. Кто это? Промот для косметичечек. Себя развлечь. Давно не ходила. Сегодня 80%. Ух ты.
смотри. На новый. Какие красивые. Это что это для нас? Надо зайти немного за вас. Что-то будет красивенько. На новом. Я сейчас посмотрю себе на синтепон. На синтепон посмотрю себе. О, это что такое? А, я думала, жилет какой-то. Тенс. Если что-то будет интересно, я включусь. Такая классная туничка, маленький размер. И сегодня всего 66 рублей с капюшоном. Такая славная, маленькая. Не хочется мерять в очень хорошем состоянии. Сегодня 88 рублей стоят. Ну, классные. Классные классические джинсы. Ну, мало ли кому-то нужно. Всякое же у людей бывает. Вот вдруг увидят, понадобится. Вот 56 рублей сегодня винтаж. Вдруг кому на фурнитуру соответственную понадобится. Очень симпатичные есть шарфики, просто красота. Туничка с капюшоном, классная такая. Хочу посмотреть текстиль. Потому что текстиль, конечно, в последнее время очень не радует. О, а тут, между прочим, прокладочка как мне надо. А, ну тут, как всегда, 50%. Сколько же стоит. Это какая-то подстилочка. Как раз меня... Не, за 70 я не хочу. За 70 я, конечно, не хочу. Оно того не стоит. Всегда нужны какие-то такие. А мне нужно... Мы хотим пошить... Мы хотим пошить подпопочники на улице сидеть под подъездом, у нас сквозняк. И вот я присматриваю что-то такое, на чем можно было бы красиво пошить и сидеть тепленько. Ну, за 70 я не хочу тратиться. Я не хочу. Ничего интересного здесь сегодня в текстиле нет. Одна лабуда. Какая интересная юбка. Сейчас я покажу, как она сделана. Видимо, она какая-то именная. Сейчас я где-то здесь видела ее. Вот ее бирочка. Видите, как она интересно вся сделана. Это, конечно, изнанка. Спереди она вот такая. И вот она. Люблю такие вещички. Вот видите, какая она интересная. Всего-навсего 45 рублей килограмм. Вот интересненький лоскутик. Я его забираю. Очень славные шорты на вес нашла. Видите, какие классные. В идеальном состоянии. 45 рублей кг. Классные. Взяла эти штанишки с собой в примерочную. Но они на меня малы. Влезть-то я в них влезла. Но очень малые, да мне худеть и худеть на них. Ну, тут не видно, они даже на кнопках подписаны. И винтаж, конечно, 89-й год. Но они такие классные, если бы они на мне застегнулись, я бы, конечно, их забрала.
Это мелочи на косынку. Сколько мелочи? 35 у вас. Такую курточку увидела винтажненькую тоже. 1976 написано, может, не знаю, год выпуска. Ну, я такие люблю куртки, маленький размер. Был бы на меня, я бы забрала. Вот, вот интересный хипалён. Кому-то еще нужно интернет заплатить. Мне, конечно, очень нравится, когда сообщения, комментарии под видео фукают на секонд. Ну, под моими там еще мало у меня посещений, а у других людей смотрю, гадости пишут. И смотришь, вот сегодня 80% скидка, пол магазина, там уже смотреть нечего. Ну ладно, я там смотрю какие-то лоскутики. А вот так, чтобы одеть, ну детская еще есть, ладно там. Может быть, там для дедушек, бабушек стареньких во дворе копаться, да, и можно найти что-то за 3 копейки. Но пол магазина забито народом. А когда новый привоз, куча народа, и молодняк прям не брезгует. Зато сидят и пишут в интернете. И потом, когда вот 20% начинается скидка, вещи еще классные, а вроде бы уже как бы приятно, скидочка. Тьма же народу, разбивается же все. Нет, пишут, вот мне интересно. Наверное, те же и пишут, которые покупают. Ладно, пошла продолжать.